Занятие по развитию речи. Тема «Игрушки». Лизонька, как называется эта игрушка? Паровоз. Пощупай, какой он, твердый или мягкий? Твердый. Давай, твердую игрушку я себе возьму, а мягкий мы будем тебе отдавать. Доставай следующую. Так, кто это у нас? Медведь. Да, Мишка. Пощупай, какой он, Лиз? Мягкий. Мягкий. Следующую берем игрушку, Лизонька. Ну-ка, кто это у нас?